Всем привет, друзья, с вами Джонни. Это третья серия нашего пути до майнинг-фермы на проекте Родина РП. Сегодня вы увидите то, как я вступил в организацию, ну а также поднял первые пару миллионов. Не забудьте обязательно поставить лайк и подписаться на канал, ибо это очень помогает в продвижении видосов. Ну а я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Первое, с чего я решил начать, это пойти на мероприятие «Собиратели». Должно она у нас начаться уже буквально через 3 минуты. Покупаем билет за 15 тысяч, и нас телепортируют на другую локацию. Добро пожаловать на мероприятие «Собиратели», у вас есть несколько минут, чтобы собрать подарки. Подарки появляются каждые 40 секунд, и каждый из участников хочет заполучить больше подарков. Что, в принципе, и логично. Собираю первый подарок, второй, третий. Ну и сразу замечаю, что здесь разрешено дэмиться, ибо по мне прошелся урон, и буквально через пару секунд я просто умираю, убил меня какой-то игрок Вакхо Бруклин. И как же печально, ибо впервые поучаствовал на данном мероприятии, и меня слили. Понятное дело, просто так я это не хочу оставить, ибо мне интересно все же, за что меня слили. Поэтому захожу с админского аккаунта и телепортируюсь к тому самому игроку. Как мы видим, он до сих пор собирает у нас подарки. Давайте, пожалуй, его заморозим на время. Слышишь? А зачем ты меня убил? А? Зачем ты меня с дигла убил? Что ты сделал? Ты зачем меня убил? Когда? Ну, на мероприятии с дигла ты меня взял и убил. А, ты админ? Ну да. Взял и вышел. Как же это смешно, услышав то, что я админ, игрок просто взял и офнулся. На самом деле, я бы не наказывал его, так как у меня всего лишь первый левел админки. Но даже так, напишите в комментариях, какое наказание заслуживает этот самый игрок. На такой веселой ноте возвращаемся к нашим делам. На руках у меня почти что 900 тысяч, ну и в общем-то решил взять в аренду скутер за 2000 и отправиться в новостное агентство Арзамаса. В прошлом пути, так как я реально никогда не был в какой-либо организации на родине, увидев, что есть лидер в сети, я решил, почему бы не приняться конкретно в новостное агентство. Когда-то давно у меня уже был опыт нахождения в данной организации, но только на другом проекте. Поэтому я считаю, что смогу с этим справиться, и вполне возможно будем и дальше здесь повышаться, ну конечно, если это вам будет интересно. Лидер у нас на месте, далее следует небольшая РП от игровочка, достал паспорт из кармана, передал паспорт человеку напротив. Обязательно, друзья, отыгрывайте РП, когда у вас есть возможность. Также нужно было предъявить медкарту, но на моменте у меня ее не было. Ну и в общем-то лидер сказал, что я смогу это сделать чуть позже. Поэтому принимаем предложение о вступлении в организации. Ну и все, мы успешно были приняты на работу. Проходим чуть дальше, и можно даже переодеться в рабочую униформу. Ну а дальше, друзья, я отправился в ближайший отель и взял там номер. Потратил на это 200 тысяч. Ну и также в аренде у меня такая вот пурпурная копейка. И отправляемся, конечно же, на автобазар. Моя задача будет купить пока что какой-нибудь автомобиль. Просто на время, чтобы было на чем передвигаться. Ну и в дальнейшем, может быть, я его продам, но это мы посмотрим. На автобазаре, как всегда, полным-полно игроков, которые продают свои машины по завышенным ценам. Как, например, вот этот вот E500 выставлен за целых 7 миллионов. Yes, брат, за 600к не продашь BMW? Не, брат, 600к, 600 тысяч, у меня просто больше нет. Ангел, брат, тут? Павел, брат, за сколько двенашку продаешь? Алекс. Ангел, брат, за 300 не продашь? Чё все такие молчаливые на царе? Раньше я помню везде, ну, крики, стоны. За ляма дам до челленджера. Долго я присматривался, и по итогу мне понравился Mitsubishi Galant. Ну а далее я включил барыгу и стал торговаться. 340 даже выставил. Брат, за сколько продашь? 340, нормально. Сейчас ты здравь сделаем свои первые машины на этом аккаунте. По итогу, друзья, мы купили этот самый Галант за всего лишь 340 тысяч. Я не знаю, сколько они стоят в автосалонах. Если кто вдруг шарит, напишите в комментариях. Далее я, естественно, отправился на тест-драйв. Не забываем обязательно проверить багажник, но, к сожалению, он здесь пустой. Сейчас я держу путь снова на базу своей организации, чтобы припарковать там, в подземном паркинге, свой автомобиль. Нашел подходящее место, но, к сожалению, вылетает ошибка, нельзя парковать машину без номеров. Получите их в одном из отделений полиции. Без проблем отвечаем в GPS, ближайшее отделение полиции. Красивенько паркуем машину на стоянке и залетаем внутрь. Здесь мы подходим к метке регистрационных номерных знаков,
кликов. Ну и по итогу падает мне такой вот дефолтный номер Х729НТ на 77-м регионе. Поэтому всем, кто с Москвы, передаю пламенный приветик. Устанавливаем наши новые номера на машину. Ну и теперь можно вернуться обратно на паркинг и оставить автомобиль там. Все, на этот раз мой автомобиль будет спавниться в паркинге, и мне не придется платить налог за парковку. После всех этих операций на балансе у меня оставалось 280 тысяч. Ну и так как у меня до сих пор нет медкарты, мы отправляемся в больницу, здесь встречаем работника и просим у него сделать медкарту. Выбираем срок на 60 дней, оплачиваем 50 тысяч, ну и теперь у нас есть полный набор документов, чтобы дальше продвигаться в организации. Но этим мы уже займемся в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, еще увидимся.